абсолютно не сумасшедший, друзья. Он даже не бизнесмен-одиночка с балмошенным характером. С точки зрения целого класса, то мысли и месседжи Илона Маска уже очень близки с мыслями и месседжами покойного Генри Киссинджера. Или тот тоже сумасшедший, и этот сумасшедший. А Ватикан тоже выжидший из ума. Не думаю. Скорее всего, кто держит этот мир в своих финансовых рукавицах. Вот и появляется такой Илон Маск, который является рупором настроений и интересов части мировой элиты. А вы говорите сумасшедший, а вы говорите одиночка, а вы говорите сбрендивший из ума богатейший бизнесмен. Да нет, там глубже и серьезнее, можете даже не сомневаться. Почитайте пару трудов о Ватикане, о ложах различных и об интересах вот этой самой мировой элиты.